Поэтому... По данным Чувашского гидрометцентра, на гидрологическом посту у деревни Тувси Цивильского района 15 апреля уровень воды на Цивиле снизился. Реки вошли в свое русло. Глава администрации района снял режим «Повышенная готовность к чрезвычайной ситуации». В Алатыре снят режим чрезвычайной ситуации. О том, как в городе борются с большой водой, в нашем следующем репортаже. Лодка сейчас самый востребованный транспорт в Алатыре. Кроме личного плавсредства для переправы людей задействовано и 7 лодок-спасателей. Дома, попавшие в зону подтопления, посетили медики. Кроме того, в городе работает оперативная группа МЧС. Она координирует работу властей и специальных служб. Жители домов обеспечены водой, продуктами питания. В домах газ, свет, все функционирует в штатном режиме. Сразу после объявления чрезвычайной ситуации в город прибыли спасатели и представители госинспекции по маломерным судам. Совместно с полицией и противопожарной службой круглосуточно дежурят на подтопленных территориях. Сейчас подпол залит водой, дома тоже, вокруг, кругом вода. Вокруг домов делаем настилы, болотные сапоги, переходим. Да, вот это глубина, если это ворота. Вода к домам не подобралась. Потоплены только садовые участки. 69 спасателей готовы начать эвакуацию населения. Людей готовы принять и временно разместить больницы, детские сады и другие социальные учреждения. Поэтому мы уже заранее готовили население и сами готовились. Проводили комиссии противопаводковые, разносили памятки, предупреждали через ТОС, через УКОМов, через радио, через телевидение, через СМИ. То есть люди, в принципе, готовы, оказались в этот раз лучше, чем это в 2012 году. Режим чрезвычайной ситуации будет отменен сразу, как только уровень воды снизится. По прогнозам специалистов, вода начнет отступать не раньше 17 апреля. Ольга Пырочкина, Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.